Мантру. Это некая молитва. Молитва о том, чтобы было все у нас хорошо на нашем пути. И поэтому давайте вместе петь. Здесь очень важно, чтобы каждый участвовал. Представляете, каждый из нас очень индивидуален. И у каждого свои отношения с Богом, со всеми живыми существами. Здесь индивидуальные отношения. И поэтому это подобно тому, как картина. Когда художник рисует картину, он наносит разные мазки на картину, да? И в совокупности эти мазки составляют красивую картину, да? Пейзаж или еще что-то. Шедевр. И поэтому, если мы каждый будем участвовать в этом, то мы с вами сделаем этот шедевр. Просто давайте петь вместе. Слова вроде простые, да, все уже запомнили. Поднимите руку, кто вообще вот сегодня первый раз вот так вот. Есть такие здесь? Здорово. Вам понравилось? Можно ближе сюда садиться, для того, чтобы ощутить эту энергию звука. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Счастливо.